Открытый урок по самбо провели мастера спорта для жителей Люберец в парке «Наташинские пруды». Каким приемом научили спортсмены в нашем следующем сюжете? Павел Худяков начал заниматься самбо еще ребенком. Сегодня он мастер спорта и тренер. Обучает молодое поколение силовым приемам и умению правильно падать. Да, я начал заниматься в 6 лет. Меня мама с папой отвели, ну, по стопам брата. Вот. Ну и с этого возраста я целиком и полностью принадлежу этому виду спорта. Самбо – в первую очередь самооборона без оружия. Единоборство, по признанию самих спортсменов, развивает и физические навыки, и нравственные. Самбо у нас развивает характер, стремление к быть первым. Поэтому, на самом деле, это тот самый вид спорта, который нужен детям сейчас. Для посетителей парка «Наташинские пруды» спортсмены провели бойцовскую разминку. Дети в ней приняли активное участие. Взрослые научились некоторым боевым приемам. Потому что из мужчин здесь никого нету, но и девочки поддержали, поэтому я вышла. Ну так, для общей практики немножко занятий прошла. Цель люберецких спортсменов – приобщить жителей Люберец к активным занятиям спортом. В планах Федерации самбо – проводить в округе такие открытые уроки регулярно. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.